Добрый день. Как ваше имя? Данил. Данил, откуда вы родом? Из республики Коми. Из Коми? Ну, Коми для нас очень интересный такой аспект жизни в Ленинграде, потому что кого-то эвакуировали в Узбекистан, но есть, когда эшелоны везли именно туда, в Коми, а из Коми ребята приходили защищать не только наш город, но и на передовую. Это исторические факты. Что бы вы сегодня сказали тем, кто сейчас перед вами вот здесь, на первых рядах? Я бы пожелал им здоровья, студентам успехов в жизни, хорошей карьеры, получить диплом, доучиться до конца. Но самое главное, это про память, скажите. Про эту капельку крови, которая была в самом начале. Да, чтобы чтили память своих дедушек, бабушек. Спасибо. Спасибо вам большое. Вот сейчас, уважаемые ветераны, уважаемые гости военмеха, студенты вас проводят бурной овацией. Вы сейчас по центру зала пройдете в соседний зал нашего военмеха. А студенты военмеха вам будут